Юргу встретил представителей казачьего сообщества. В рамках встречи прошел семинар «Основные направления деятельности казачьих обществ и механизмы их развития». На мероприятии собрались участники казачьих обществ из 5 регионов Российской Федерации. После семинара прошла работа 4 секций – Совет атаманов Оренбургского казачьего войска, деятельность молодежных казачьих организаций, работа пресс-служб и государственная служба. Подробнее о мероприятии смотрите в следующем выпуске.